Всего лишь через несколько часов эти связки мусора превратятся в картонные коробки. Алтайское предприятие «Септара» уже на протяжении четверти века дает новую жизнь отходам. Переработка вторсырья лишь в прошлом году спасла более 100 тысяч деревьев от вырубки. Притом макулатура не ограничивается бумагой. В основном газета, большая часть, и гофрированный картон. В 2022-м предприятие получило финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов на сумму в 15 миллионов рублей. Оценить развитие производства приехали глава Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Что касается гофропродукции, это рынок такой, 700 километров радиус. Потом логистика все съедает, потому что она легкая, и возить ее дальше нет смысла. Что касается бугорчатой упаковки под яйцо, там география большая. У нас от Востока до Башкирии. Такая широкая география поставок обусловлена большими объемами переработки и производства. Завод выпускает около 12 миллионов упаковок в год. Притом, благодаря региональной поддержке удалось создать еще одну линию, которая заработает уже в этом году и позволит увеличить мощность предприятия на 25%, а значит и создать новые места для сотрудников. Их на заводе ценят. Подработки поощряют, дополнительно премируют. Зарплата повысилась. Ну, я уже третий год, да, повысили зарплату. Да. А сколько? Ну, там процентов соотношение. Ну, грубо говоря, там с 35 до 45. Однако завод заботится не только о нынешнем поколении. Например, детям прививают культуру переработки еще со школы, в игровой форме. Мы выстраивали соревнования между школами, чтобы каждая школа собирала, привозила макулатуру. Кто больше сдаст макулатуры, тот даем экскурсию лучших там своих ребят к нам на завод. Наняли автобус, там сопровождение, все как положено, одели каски, жилеты, значит. В Алтайском крае действуют тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Правительство региона активно помогает предпринимателям. Лишь за последние годы на их поддержку было направлено около 53 миллиардов рублей. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.